Давид Атаян 10 лет назад со своими родителями переехал в Анапу из Краснодара. Получил высшее образование по направлению туризм. Сначала решил заняться ресторанным бизнесом. Прошел путь от официанта до управляющего. Но 3 года назад все-таки решил открыть собственное дело – мастерскую по ремонту цифровой техники. Вы оставите мне сейчас на станции номер телефона, я вам сообщу, сколько будет это стоить. Все отлично, хорошо. Одну минуточку, я выпишу вам квитанцию. Люди, которые хоть раз пришли к нему, так и остаются постоянными клиентами. Секрет, говорит Давид, очень простой. Качественная работа – это репутация. А репутация в нашем деле – это самое главное, потому что не будет хорошей репутации, никто к тебе не будет ходить. То есть и не будет клиентской базы. То есть клиенты не придут к тебе. Они не будут у тебя ремонтировать, соответственно, ты понесешь убытки и закроешься. А клиентов у Давида много. Конкуренции он не боится. Напротив, она заставляет его думать и развиваться. Давид даже разработал собственную программу по привлечению клиентуры, в основе которой качество работы. Даже когда рядом со мной кто-то открывает какой-то тот же самый бизнес или, например, что-то похожее, я никогда не смотрю, что у них там. Я предлагаю людям, значит, должен предложить что-то такое, чтобы они ходили именно ко мне. А что это? Это, во-первых, какие-то лояльные программы, то есть по оказанию услуг. Например, каждому там 10-му, грубо говоря, да, там есть какая-то определенная скидка. Пенсионерам, например, смотришь на пенсионеров, соответственно, ты делаешь скидку, если он пришел, да. Это тоже немаловажный фактор. Сейчас Давид мечтает об одном – скорее заработать стартовый капитал и открыть собственный ресторан. Как он признается сам, до реализации мечты осталось совсем немного. Уже собрана команда единомышленников, которые помогут ему в этом. Ведь главный девиз предпринимателя – никогда не сдавайся.